шести легионеров на поле в этом сезоне каждый тренер интерпретирует по-своему. Микаэль Лаудруп лимитный иностранцев использовал довольно оригинально. Выстроил настоящую центральную ось. Получилась такая международная вертикаль. Место в воротах занял хорват Плетикоса. Пару центральных защитников составили немец Фатхи и чех Яранек. На месте опорника действовал бразилец Кариока, а его соотечественники Алекс и Велитон действовали чуть впереди. За исключением Рыжкова, все россияне, вышедшие в основе, играли на фланге. Но ключевую роль в игре сыграли все же легионеры. Стипе Плетикоса отыграл свой первый сухой матч в этом сезоне, при том, что во втором тайме по его воротам гости из Нальчика нанесли 4 прицельных удара. Но во всех случаях хорват был надежен. Второй тайм несколько хороших ударов было в команде из Нальчика, но я думаю, мы заслужили эту победу. Сегодня показали, по моему мнению, хорошую игру. Пара центральных защитников Фатхи и Ранок в этом сезоне в «Спартаке» призвана цементировать оборону. За всю игру гости не смогли нанести ни одного опасного удара из пределов штрафной. А это означает, что со своей задачей чех с немцем справились хорошо. Впервые в этом сезоне. Мы хорошо понимаем друг друга на поле. И для нас очень важно, наконец, было сыграть на ноль. Мы хорошо работали на сборах, и поэтому наиграли некоторые тактические схемы. Надеюсь, что и дальше все будет получаться хорошо. Бразилец Кариока играл на месте опорника, а потом в поле зрения камеры оказывался не так часто, но при этом проделал большой объем работы в разрушении, а также поучаствовал во втором забитом мяче. Именно он подключился к атаке и отдал пас Вильтону, после которого форвард забил второй мяч. Его соотечественник Алекс стал, безусловно, лучшим игроком встречи. Креативная игра в полузащите и изумительное исполнение стандарта характеризует его как игрока уже состоявшегося, способного принести «Спартаку» немало пользы. По-моему, он такие часто забивает там в Бразилии, так что пусть боятся вратарей других. Мы видели по нарезке, которую он когда только приехал, то, что он хорошо исполняет штрафные. Слава богу, что он забил первый гол, думаю, у него пойдет дальше. Велитон после травмы, похоже, обретает лучшие кондиции. Невысокий форвард выцарапал мяч в борьбе у защитников и решил судьбу поединка. И наряду с Алексом удостоился похвалы от соперников. Индивидуальное мастерство футболистов «Спартака» выразилось на игре, конечно, вот штрафной, который выполнил Алекс, и удар, который Веллингтон. Видно, что хорошие футболисты. Понятно, что схема, придуманная Лаудрупом с вертикалью из шести легионеров, гибкая и может видоизменяться в зависимости от ситуации, но уже сейчас понятно, как строилась селекция в клубе в межсезонье и на кого датчанин планирует сделать ставку. Дмитрий Лукашов, «Футбол России».